32 жителя края сегодня получили президентские и краевые государственные награды. Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, звание заслуженных работников России и знаки отличия края им вручил губернатор Виктор Толоконский. Среди награжденных – шахтеры, изобретатели, специалисты сельского хозяйства и культуры, швеи и машинисты. Есть и известные красноярцы. Архитектору Арыгу Демирханову и председателю Красноярского горсовета Татьяне Казановой вручили знаки отличия края за трудовые заслуги. Эмоции, конечно, бескрайние. Это просто впервые, конечно, у меня поздравления президентские были, конечно, местного значения, но это вообще величайший такой просто всплеск эмоций такой страшный. Ну, в этой сфере работаю 37 лет, как бы разнообразие работы. Много надо мыслить, думать, как бы не просто автоматизм этот, а именно... Каждый раз большое разнообразие. Такие дни, они дают нам очень важные положительные, позитивные эмоции, потому что мы еще раз понимаем, чувствуем, как велик наш большой край, как много в крае замечательных тружеников, людей, кто всем своим трудом, всей своей жизнью делают наш край сильней и краше. Все, кто своим отношением к делу и к людям являются собой пример для многих других людей.